Зверское убийство таксиста в Душанбе, ему нанесли 42 ножевых удара. Подробнее. Задержан 21-летний подозреваемый в убийстве. Сотрудники столичной милиции задержали 21-летнего жителя района Джейхун Хатлонской области, подозреваемого в совершении убийства с особой жестокостью. Задержанный 15 февраля примерно в 20 часов ровно на территории столичной улицы Дихати, находясь в салоне автомашины Hyundai Solaris, нанес водителю, занимающемуся частным извозом пассажиров, 42 ножевых удара, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана. Водитель, 31-летний житель района Рудаки, скончался на месте трагедии, а предполагаемый убийца скрылся. Сотрудникам милиции удалось найти и арестовать убийцу. По данному факту ведется расследование, в рамках которого будут установлены мотивы зверского убийства, отмечается в сообщении. Дорогие друзья, спасибо, что присоединились к нам и нашему каналу. Чтобы сделать этот канал еще более интересным, приглашайте своих друзей. Это желание каждого из нас, потому что никто из нас не может достичь своих целей в одиночку. Поэтому давайте будем вместе и поддерживать друг друга.